Здорово, бандиты. Дигдигенста снова с вами. Сегодня у нас очень классный сидж. Это прям вообще очень жесткий. Это одновременно Хавок, текущая гильдия на первом месте. Мы и автор Мрази. И самый интересный и забавный факт, что у Хавок, у автор Мрази почему-то просто дико горит жопа на Хавок. Я не знаю к чему, там какая-то у них своя история на бэкграунде есть. Насколько я знаю, там вышло так, что... Так, осталась панда света, да? На самом деле очень мерзкий дев, но... Ну и ладно. Короче, там какой-то у них бэкграунд свой есть, типа что... Я даже не знаю, как правильно сказать. Но вроде как они объединились, Хавоки против них с кем-то. И это было вроде как не один раз, типа два раза. То, что они два в один убили АФ. И у АФ сгорела задница, типа, они теперь просто всегда, неважно, в любой непонятной ситуации, просто фармят без шансов, типа, пытаются Хавоков. Типа, неважно, выиграют они или проиграют, но главное, чтобы Хавок проиграли, и все. Так, как насчет вот такого? Типа, я отдаю три очень сильных монстра, но... Очень высокая вероятность того, что я выиграю. Но не знаю. Так, они, наверное, бить не будут. Это будет бить кого хочет. Тут хил. Они втроем все будут бить одну цель. Но если это не перно, это нормально. По идее, нормально. По идее, нормально. Ага, базу уже захватили. Окей, спасибо. Я не очень хотел с этим драться. Так, у меня времени не так уж много. Надо все быстро бить. Ой, вот эти мне вообще не нравятся. Деха, они такие мерзкие. Это с Джоанной, блядь. Вот этот на самом деле мне по концепции Дев, в принципе... Хотя, как сказать, ну-ка, давайте подумаем. Если взять Рину, два огня, нет, стоп, и два ветра, которые не сдохнут от перны. Вообще, кстати, да, на самом деле. Допустим, Рина, да? Не, а как Рина должна выжить под... бомбой и одновременно рекой. Это на самом деле хороший вопрос. Так. Из ветра у меня есть панда и ветиш. Вообще нет, я не хочу. Нет. Да какие 8 часов, чувак? Нету у нас 8 часов. Допустим, Букса, допустим, Ретиш, просто потому что его надо поюзать, и допустим, кто... Нужен кто-то, кто просто убьет... Как она называется? Просто Сиару убьет, какой-то тупо ДД, не Ветра. Хуй я не хочу брать, потому что она умрет от Ракана и от Чиво. Угу. Ее Марса жалко. Исака мало. Вот этого гомосека можно, в принципе, взять. Он 14 тысяч. Но он просто быстрый, вот чем фишка. В принципе, да, а чё, я ничего не теряю, наверное. Да, я его, если чё, прохилю. Потом медленно, но верно, я заковыряю другого. Да, я думаю, да. Нормально должно быть.
просто быстренько Сиару убить. Я буду периодически читать чат. Так, да, мне надо хилить. Так, надо очень аккуратно убивать Вуссу. Без... Я какую бью башню? Мне уточнить надо. Я 11-ю же бью, правильно? Да, я бью 11-ю, все правильно. Так, следующий ход у меня будет щит, у него коллапса нету, то есть я успею, да. Не хильну на следующий ход в усы, хотя... Да, нет, все правильно пока что. Тем более он опять зафейлил щит. А, не, он не зафейлил, он перед этим же один ход провафлил. Ну, типа, стрёмно то, что я Вуссу отдал из стильных монстров, но вот эти два вообще мне не нужны абсолютно. Типа, они прям совсем бесполезные. Так, вот теперь потихоньку можно начинать хилиться. Лучше щит, на всякий случай, да? Во избежание провокации. Но она как бы немного даст. Но все равно, на всякий случай. Ну, он ничего уже один не сделает, даже то, что он сейчас провокацию поюзал, вообще ничего не даст. Так, я лучше хильнусь, потому что... Да. Но этот дэ слабый, типа 100% слабый. Короче, смотрите прикол, я вам сейчас покажу с этой стороны. Смотрите, что здесь происходит. Авторбрази отрезали хавоков. И мы отрезали хавоков. То есть у хавоков 8 баз, но 0 по факту. Короче, кто не... Ну, наверняка немногие играли против хавок. У них такая своеобразная тактика. Они... В общем, они медленно, методично пробираются к твоей базе и отрезают... тебе все базы. Потому что у большинства гильдий стоят слабые дефы в начале. И мы даже один раз об этом споткнулись. У нас тоже была такая ситуация, когда они с нами так сделали. Блять, я вот такие дефы я очень сильно не люблю. Они, блять, тяжелые. Но его вроде бьют, да и хард, потому что атачит тоже. Так, я сейчас уточню по поводу желтый 10. Да 11-ю там добьют. Там кто-то бьет точно там. Я два человека видел. Так, вот я закончил. Один дебил зафейлил атаку. Чаос начал еще одну. Так, то есть... Изира хочет еще раз. Да, не будем, не будем. Я вижу, что они начали. Ну ладно, Y8 нахуй. Поехали. О, темные личи пошли. Сюзанна, нахуй, Мономор. Вот это, мне кажется, типа проще. Мне, не знаю, мне так кажется почему-то. Хотя я могу ошибаться. И даже, скорее всего, так и есть. Так, где моя Оливье? Хотя, наверное, я не с этой пойду, я с другим нападу. Так. Оливия, Оливия, где она, блядь? Вот она. Я, наверное, нападу вот так и вот так. Типа я шотаю челика на первом ходу. Она ресает. Мы типа уебываем его еще раз. Лич стакается. А кого лучше ёбнуть, русалку или этого дауна? Давайте подумаем.
Вообще, по идее, русалку лучше убить. С 30% ревайв, а у русалки с 15%, да? Тоже с 30. Но типа у нее рез быстрее откатывается. А у него долго. Но, блядь, зато он дает расколы. Кристине в пизду. Лучше его первым бахнуть. А русалка, она сама по себе ничего такого не делает. Да, она стрипает, но она не дает раскол и не дает крест. А стрип этот, я не думаю, что прям сильно все изменит. Я думаю, да. Во сколько мы начали такой посмотреть? 18:38, нормально. Блять, а она же, фак, она же даст антикредит, если я не успею сходить. А я не успеваю. Ладно. Дабл не крит, ебой. Жестко, жестко на самом деле. Я вот как-то вот этот момент не учел совсем. Интересно, в каких рунах лич? Думаю, что в ревенже, поэтому я стараюсь его не бить вообще. Может быть, стан ему? Да, хороший стан. Сейчас вопрос, либо добить его и дать русалке сделать рез, либо убить русалку. Но он сильнет тогда срез о себе. Поэтому, наверное, все же добить его. Бля, жестко она мутит. Я не хочу рисковать, не добив его. Поэтому я сразу... Блядь, я дважды уже лича стакнул. Это проблема, он уже начинает сильно бить. Поэтому мне нужно, чтобы всегда был баф брони на мне. Эта комбинация очень сильная на 4 звездных дефов. Также играется с Ракуни, но с Канами... Ну, есть, короче, своя фишка, что с Ракуни, что с Канами. Там и так сильно очень. Нет, сначала пробуем стан дать. Все, не выпускаем его из стана, короче, снимаем с себя вот это говно и с ульты мы его шотнем, я думаю. Ну или не шотнем, но там немного останется, что он уже ничего не сделает один. Руны не очень сильные у моей экономии, вообще дерьмо полное. И также такое же дерьмо стоит у Оливии, там что-то типа 140 свифт. Ну это вообще прям шляпа. Это не мы бьем? Нет. Почему Y5? Я сейчас спрошу. Why not? Так. Что он имеет в виду, я ничего не понял. Ладно, хуй с ним. Блять, подожди, а нас отрезают, да? Или нет? Просто вот эти три горящие башни меня пиздец смущают.
Да, надо АЭФ бить, потому что они единственные сейчас конкурентоспособные, потому что Хавоки уже в игру не вернутся. Слишком большой отрыв. Да, Y8, погнали. Я отдал уже Ракуни, поэтому надо чем-то другим это все бить. У меня нихуя мобов как бы не осталось, вот в чем проблема. Я очень сильные четверки потратил, я отдал Ракуни, я отдал все подряд. Кроме копера. А копить тут как бы нехуй. Так. Что у меня на складе, может, что-то еще лежит? Ну вот эта дебилушка у меня лежит на складе водной. Кто еще? Кабила, кунг-фу. А, во, варвар светлый у меня лежит, но против лича он не особо закатит. Да, у меня против станов ничего не осталось, кроме Хлои. Типа, если так, так. И так дамаги, да, не хватит. Блин, у меня не осталось просто ни баферов на атаку нормальных, ничего. Калин есть у меня или нет? Есть Калин. Но тут мячик может просто в соусе сделать, и я ничего потом не сделаю. Либо вариант взять Делфой, Калин и молиться, чтобы на первом ходу я не получил пизды. Кстати, да, неплохой план. А если вот так? Допустим, плюс Калин, да? Это Шилдвилл пак. Плюс Калин, но если кто-то получит раскол, это будет пиздец, господа. Так. Мне нужно знать, чтобы Калин точно обогнала Малаку. Да, она его точно обгонит. Ладно, с Богом идем. Охуй. Блин, надо было Меган брать. Сука, я тупой, блядь, ладно. Надо было Меган брать. Калин получила, конечно же. Конечно же, получила эту хуёвину. Блядь. И она за медло получила. Сука, как же это тупо. Ну ладно, хотя бы давай так. Так, мяч, скорее всего, убьет сам себя. Надо убить дебила, который щит дает. Да, мяч должен убить сам себя. Так, мы убили четверку. Остался еще один лич из Сусана. Блин, ну вот это, вообще здесь идеально, просто Люшен зайдет, но... Ну, гребаный Кмун его может просто на первом ходу убить, и все, это пиздец будет. Я ведь прав? Что у меня еще остался? Вот тракторист. Тракторист тоже здесь пиздат. Но мне нечем его поддержать, у меня просто ничего не осталось. У меня остался Алтарион сраный. Так.
остался странный Орион, Теон, и... Ну, по сути, нихуя у меня больше не осталось, и Кабилла. Ну, и вот этот светлый варвар, ну, блин, тоже не то маленько. Хотя, стоп, я могу взять варвар, Хлоя. И чё? Кого больше взять. Я могу взять типа своего кмуна, но мне убить будет нечем. Могу взять Люшена, но тут не хватит урона, потому что это блядский Сюзанна. Типа на самом деле вкатил бы кто-то водный и прикольный. Чилинг без рун же, правильно, да. Так. Вообще в идеале кто-то с расколом, кто-то не бесполезный при этом. Но это не варвар тьмы точно. Да у меня хилов не осталось, чтобы, допустим, Шладамом напасть. Я уже хилов потратил. Можно идти типа через контроль, дабл свет. Не, это хуйня. Кто-то водяной, лич водяной, типа. Но мало скорости слишком. Сюзанна просто 50 раз походит с мячиком, и это ГГ будет. Нет. Лич вкатит, но... Орион, типа, в идеале, наверное. Наверное. Ну, а как еще? По-другому. Да, вот так. Да сука, он его уже бьет. Ну камон, чувак. В пизду, самый дебил, нахуй, я обиделся. Десятую башню быстро отбираем. Поехали. У меня есть вуса или нет? Нет, у меня нет вуса. Сука. Так, если я закопирю вот эту пизду... А, я знаю, как это убить. Давай. Я копирю пандочку. И дальше нормально должно быть. Ну, относительно, конечно же. Блять, он уже ее бьет. Ну, камон, чувак. Они ее убили уже, короче, я нихуя не успел сделать. Гребаная гильдия, гребаная сильная гильдия, слишком быстро. Слишком, мать его, быстро. Ну и остался только темный лич или Сасану. Но Сасана надо, чтобы кто-то добил. Так, на восьмой кто-то зафейлил. Двое зафейлили. Так. Где бой? А где мой чувак? Вот это... И что я в прошлый раз придумал? И мяч, да, Орион? Да камон, блять, он опять бьет. Тут вообще мясорубка началась какая-то. Ну и темного лича по-любому тоже, да, кто-то бьет. Я темного лича вообще не горю желанием бить, но... Ну хуй знает на самом деле. Я могу этим же паком попробовать. Тупо этим же паком. Напасть на лича. А если, короче, напасть...
своим вот этим дебилоид паком своим на вот этого товарища. Блять, проблема в том, что коммун будет бить. Если будет раскол, а раскол будет на вот этом мудаке, то это без шансов. Он и так тоже будет бить. Не, лучше со светлым нападу, короче, так больше шансов. Мне кажется, по крайней мере. Да, блядь, господи, я руны хотел посмотреть. Да покажи мне его на руны, блядь. У него меньше хп, но... Я даже не знаю, ну типа лич может бить не его. Да спидлидер, я короче из-за спидлидера хочу. Ну это попытка, короче. Потому что больше бить нечего. Я попытаюсь. Блин, там шелдроны, ну хотя нет, там ничего не решают эти шелдроны, они ничего абсолютно не сделают. Стан, в принципе, неплохой, но и не какой-то там сверхъестественный. Так, ну то, что он будет бить моего барбарика, я это прекрасно понимаю. Ебой, топовый вайленд. Не трогать. Хуя он как, блядь, огрызается. Крест висит, и все, я в жопе полный. Так, на кун стан есть стан, вообще отличный, прям очень хороший. Мне надо добить его. И как можно быстрее разобраться с Орионом. Потому что он, в принципе, является основной проблемой. Стоп. Хороший вайленд. Пожалуйста, застань долбанного лича. Спасибо. Спасибо, Орионушка. Спасибо. Не зря я тебе руны дал. Не зря. Я всегда знал, что ты пизда. Типа, что ты не уёбок, блядь, контра. Ну, похуй, за медло не повесил. И мы щитом просто закроемся, и неважно, что он сделает. Это по поводу всем людям, которые хейтят Хлою, которые говорят, что Хлоя говно. Хлоя топчик. Вот я как выбил Хлою, блядь, это было года 2 с лишним назад где-то. Я до сих пор ей пользуюсь. Сразу как выбил, и с тех пор я ее юзаю. Найс. Хорошо. Ебой. Чётенько. Так. Я убил 2 темных лича. Сосать поросятам. Подожди, а почему горят мечики? Блин, на мою башню хоть нападали, нет? Нет, я никого не убил в этот раз. Не круто. На меня мало вообще нападали очень. Ну и по сути больше бить нечего. Через 10 минут откроется еще одна башня, которую я смогу побить либо через 14. Ну, в общем, вот так вот. В общем, вот так вот. Такой сидж, мы скорее всего его выиграем процентов. 70-80, что мы его скорее всего дожмем. Ну вот, блин. Я хотел просто с хавоками поиграть. Потому что, насколько я знаю, они проигрывали только когда против них 2 в 1 дрались. Либо когда... Там, типа, у них мясорубка начиналась с горящей жопой, они там друг друга пиздили. До этого они, по-моему, не проигрывали в честном бою ни разу. И сейчас... Как сказать, бой, блядь. Мы не пиздили. Короче, чтобы вы поняли, как начинался сидж, первые 2 часа
или три даже часа, ни одна гильдия не сделала ни одной атаки. То есть мы то посидели все, и у всех было 12 баз. И никто никого не бил. Никто. Потом первыми напали АФ, Хавоки, короче, и они начали друг друга бить. Потом мы тоже потихоньку по одной базе отбирать начали. Но не было такого, что мы там типа вот прыгнули и всех захавали, или там АФ прыгнули и всех убили. Но АФ больше агрится на Хавоков. У них там какой-то свои какие-то истории. О, Тундра. Boost me. Обожаю Тундру. Короче, вообще на самом деле Сидж достаточно такой интересный, очень аккуратный, все боятся, все ответственные такие, я не буду юзать мечи, я дождусь второй день, все такие, блядь, настроенные. Но сколько мне хайпили Хавоков, какие они топовые, какие они крутые, какая у них крутая тактика, атака и так далее. И я ничего не увидел. Честно, я разочарован. Вообще. Ну, типа, я ожидал намного большего, потому что они там все думают, а вот это, типа, вообще тяжело против них играть и так далее. Может, конечно, потому что их АФ задавили, да? Но мы дрались против АФ в честном бою, и АФ были сильнее, как по мне, несмотря на то, что я, блядь, их ненавижу. В общем, насколько я понял, сейчас такая тема, что они просто дико ненавидят. Они ненавидят, понимаете, они ненавидят Хавоков больше, чем нас. А у нас, блядь, есть я. А я для них просто, сука, я для них как криптонит, блядь, для Супермена, как... Блять, как для Бэтмена Джокер, или, блять, как для Бэтмена Супермен, понимаете? Я суперзлодей для АФ. Они меня просто, блять, ненавидят. И при этом все, они все равно хуярят Хавок. Они, ну, типа, Хавоки им вообще жопу подорвали. Не знаю, сколько сиджов назад. И почему-то вот они чисто друг с другом стали воевать. Не, они на нас тоже в первый день... Хавоки тоже, короче, к нам пытались залезть, отрезать, начать. Но мы быстро перехватывать стали, и их тоже отрезать, там, типа, быстро возвращать базу. И, в общем-то, у них не пошло, и они в сторону АФ перешли. Ну и плюс АФ на них тоже огрелись сильно. Поэтому как-то так. Ну, в общем, не знаю, пишите, понравился Сич, не понравился. К сожалению, я не все мечи могу записать. Потому что, ну, вы сами видите, да, что происходит. Все очень быстро происходит. Ебой, у нас отобрали базу, блядь. Вот такой пиздец, короче, происходит. У всех все отрезано, нахуй. Жесткая хуйня. Пишите, кому понравилось, кому что не понравилось. Арена прошла мега хуево, я закончил в $3, блядь. Ну я сам как долбоеб отыграл, я сам виноват, я слишком много атак проиграл. Очень много, не знаю, там порядка 7, наверное, если не больше. Хороший патч вышел, можно марковать на CG, можно марки ставить. В принципе, это маленько облегчает задачу. Прикольная штука на самом деле. Для координации помогает. Вот видите, сейчас маркуют 6-й типа тауэр, прицельчик. Ну да, вот эти 3 тауэра вернуть хотят. Ну, типа, я согласен с ними, наверное. В общем, пишите. По поводу... Там парень написал по поводу, как оно называется, ну, типа, рассказать про то, как фармишь и так далее. Ну, возможно, я что-то запишу на эту тему. Я могу рассказать, в принципе, как я это делаю, потому что ничего сверхъестественного я не делаю. Так что, возможно, я это тоже запишу, расскажу, как я фармлю руны и так далее, которых у меня нет. В общем... Всем респектосы. Давайте. Всем пока.